Это ваш автомобиль? Какой? Вот этот. Желтый? Да. На тротуаре припарковались. Можете убрать автомобиль? Мужчина, перепаркуйтесь, пожалуйста, это тротуар. Тротуар. Здесь? Да. Я. Почему имя не говорите? А их нет. Вы есть. Хорошо, сейчас я уберу. Товары возьму. Нет, сейчас убирайте, пожалуйста. Потому что мы вызвали полицию уже. Как бы хотите штраф, ну и наклейку наклеим. Туда. Правонарушение надо убирать кратчайшим путем. То есть вот короткий путь. Я во двор хочу поставить. Так вот там и во дворе и поставите. Вас там не пустят. Давайте не будем ждать наклейки. Убирайся. Куда? Хочу. Хотите вон туда. Я туда не хочу. А вы наклейку хотите? Какую наклейку? Покажи, пожалуйста, наклейку. Не хотите вы? От кого? От меня. Ну, сейчас наклеим, перепаркуйте и подходите. Стой. Я считаю до трех. И наклейка у вас на лобовом. Раз. Два. Делай, потом получишь. Три. Наклей. Тихо. Тихо. Успокойтесь. Садитесь и уезжайте. Слышишь, Мага? Выскочи, дай сюда. Сейчас будет вторая. Выскочи, говорю, вот возле Сипчагу стоит. Ну, проблема немножко. Давай, жду. Вы убираете автомобиль? Кстати, вторая наклейка где? Убери вот эту. Смотрите, не подходите. Убери, я сказал. Я не буду ничего не убирать. Так убери, я сказал. Уберите автомобиль, пока вторую не получили. Да ладно. Здравствуйте, общественное движение Стопхам СПБ. На тротуар заехали. Нас не видно. Ну, плохо смотрели. Вас как зовут? Владимир. А по батюшке? Вячеславович. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы зачем на тротуар заехали? Почему тротуар? Почему? По определению. Проезжая часть, газон, тротуар, пешеходы двигаются. Всегда здесь ездили. Представляете, сколько всегда нарушают? А так, нормально? Так, да. Отлично. Добрый вечер. Здесь тротуар, вот что здесь такое, а там проезжая часть. Я здесь инвалид, я имею право. Инвалиды не имеют права по тротуарам ездить. Не надо других делать инвалидами, да. А, вы инвалид, извините. Нет, других не надо делать. Извините. Автомобиль – это средство повышенной опасности. Да? И для людей он… Да, такие вот люди, как вы, повышенной опасности. Да вы что? Я представляю опасность, оказывается. Добрый день. Здравствуйте. А зачем вы на тротуар заехали? Припарковаться хочу. А на тротуаре нельзя ни ездить, ни парковаться. Да? Ну вы же правила дорожного движения, я надеюсь, учили. Должны помнить. Давно. Перечитайте обязательно. Хорошо. До свидания. Сволочи. Тут нет инвалидов. Вот инвалид первый. Я второй. Да ты вообще никто, сморчок. Жалко, мне ноги больные, я вам показал. Не надо никому ничего показывать. Да. Вы уже показали. Надо. Вы уже показали незнание правил дорожного движения. Надо. Этого достаточно. Надо. Этого уже вот достаточно. Такие, как вы просрали показали страну. Почему? Где? Надо. Где стоянка? Где? Обратитесь в администрацию. Ах, в администрацию? Да, а что? Ты кто я такая? Что не буду делать? Ты кто такая? Что здесь стоишь? Такая? Да. Я мужского пола. Ты? Ой, мужчина, мне жаль. Мужские пол воюют, блин. А ты здесь что, людей, над людьми издеваешься? Над людьми издеваешься? Да. Я права отстаиваю, чтобы вы могли идти и не бояться автомобиля. А где мне? Чтобы, вот я чтобы вы тут да? Автомобиль полезно, не, да? Не ехал вам в спину очень не сигналил. Очень полезно, да? Чтобы автомобиль вам в спину не сигналил. Блядь. Где попросите стоянка? Другого человека, вот ты пойди лучше потребуй, чтобы стоянка проблема была. Так обратитесь в администрацию. В чем проблема? Вам нужна дали стоянка. Дали ему маленькую власть, и он доволен. Какую власть? Я обычный гражданин, такой же, как и вы. Я такой же гражданин, как и вы. Ты быдло. Я быдло? Вы посмотрите, как вы общаетесь. Быдло тут только вы, походу. Я имею право. Не имеете вы права. Вот это вот. И что? Это раны. И это право вам дает общаться по-хамски?
и вести хамские действия. Ты меня унизил, да. Заставил. Я унизил? Да. Каким образом? Я вас оскорбил? Конечно. Как? Я спросил инвалиду, можно? Нельзя. Нельзя, на тротуаре никому нельзя вот на автомобиле ездить. Бандиты, которые сидят, стоп-хам, мы именуем, они тут опять сейчас как-нибудь... Скажите, что нападают на вас, залили вас перцем, напомните им об этом. Слушайте, человек много, я должен вам сказать. Достаточно куча. 34 ну, нас. Ну, наверное, да. Ну, они пересекают, перекрывают, как вы знаете, тут магазинов подъезда. У них эти самые, как его, газовые баллончики обычно. Машинку с тротуара уберите, пожалуйста. Я вам подчиняться не собираюсь, вы никто. Если вы продолжите перестать, вы получите наклейку на лобовое стекло в качестве письменной претензии. В таком случае буду бить больно, потому что это моя частная собственность. Да, я запрещаю да, ей. Да, 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 запрещайте. Стирай, ебать твою мать. Не подходите, предупреждаю. Стирай, не подходите. Стирай. Иди, сейчас, на месте я. Ну, сцикливые твари. Они со стороны вот проезда. Тут магазин Семишагов и прочие магазины. Там машины-то подъезжают задавят. Они стоят, перекрывают, изображают из себя. Да. По возможности, меня зовут Виноградов Олег Борисович, по возможности разгоните. Ну вы ж куда уходите, Олег Борисович? Чего? Куда же вы уходите? Дождитесь, раз вызвали. Погавкали, как собачонка маленькая, и в кусты. Да, я сделал свое дело, да. Да, да, и в кусты. Вот такой вот он у нас, Олег Борисович. Взял пивка, вызвал полицию и пошел расслабляться домой. Что делаете, мужчина? Что мне машину портить? Чего вы на человека едете? Зачем? Да я выйду отсюда. Чего? Здесь ездить нельзя, здесь тротуар. Что мне по капоту, что за порчу ему? Зачем вы его давите? Зачем вы его давите? Мне кажется, он уже, наверное, заслуживает. Почему нельзя? Пилей, короче. Человек не понимает. Чего вы человека давите? Вы нормальный что человек? Что давишь? Он мне по капоту стучит. Он на тротуаре стоит, а вы едете на него. Вы нормальный? Я не еду никуда. Как это не едете, если его по коленам бьете? Я не вижу, пока я не вижу. Короче... Что творите? А что давишь-то? Так отойди. Короче, ждем ДПС. Ждем ДПС. На тротуаре он едет. Избивает людей. Нормально? Кого он сбил? Только что человека сбил. Ну ты под колеса летишь, скажи. Я должен отходить от машины? Конечно. По дороге он должен ехать, по той же части. Он тебя выбьет после этого. Конечно. Ага. Руку свою он выбьет. Машины везде стоят, что вам надо? Все, да. Я выезжаю отсюда. Все, ждем на ПС, все уже. А? Ну, вас на капот посадили, только что человека едет с человеком на капот. Какой? Сейчас прям едет. Так. Кто-то он с 30-го заехал. Ой, еще и машину ударил. Ford Focus серого цвета, номер Роман 997, Сергей Владимир, 178. О, только что ДТП еще сделал. Скорая нужна? Не, нормально. Нет, молодой человек. Скорая нужна? Нормально. Нормально? Да. Не требуется. Да, только что ударил. 620. Отойди. Отойди, пусть скрывает. Пускай уходит. Водитель скрывает. Дай Может, остановишься? Жень, давай, пожалуйста, счет. А зачем людей сбивать на тротуаре? Мозгов нет, да?
такой? Да вы что-то вообще? Третью? Третью, конечно. Я с вами очень сильно дружу, я знаю, что такое стоп-хам, поэтому... А вот это что сейчас было? Вы здесь тоже с одной стороны тоже неправы. В чем? Я хочу понять вашу позицию. Вы со всех здесь... сторон правы. Ребят, я понял. Давайте, давайте на ты и давайте я вашего возраста. Я просто хочу понять, здесь же парковка. Где? Да вот здесь. А покажите мне знак парковки. Ну, это уже... Нету, да? Согласен. Значит, нету знака. Нету ни разлинейно, нету знака парковки. Согласен. Ну, вы, мы же все люди, да? Здесь продуктовые магазины, не один. Да. И мы все хотим парковаться, а негде... Вдоль дороги, вот место, пожалуйста. С этим тоже согласен. Ну, всегда здесь было и будет. Я уже 10 лет здесь живу, и... Мне просто понимание интересно ваше. Угу. Что вы добиваетесь этим? Чтобы знаки поставили. Ездить чтобы поставили по знаки. Чтобы здесь знаки? Ну вот смотрите, ребят, вы уйдете сейчас, да, ничего не изменится. Мы придем завтра. Послезавтра. И послезавтра. Да ну перестань. Ну хорошо, а после-послезавтра вы после, не придете. Послезавтра. Ничего ребят, не мы, изменится. Мы с 10-го да я года. Только, я только за. Пусть поставят знак. Запрещена, запрещен какой? Въезд. Ради бога, я буду только рад. Ну, ты пойми правильно, ты сегодня придешь, завтра придешь, у тебя наклейки закончатся. Не закончатся. Это херня. Будет продолжаться всегда. Будет продолжаться она всегда. Она будет продолжаться всегда, и вы вот ничего вы не добьетесь. Раз отклеите, два отклеите, потом головой подумайте, ой, нет, я не буду лучше отклеивать, я лучше припаркуюсь по правилам дорожного движения. Да, но у нас люди поступают так, как поступают все люди, понимаешь? Вот в чем смысл. Оставить машину, например, там не вариант, потому что нет места. Сейчас оно вот есть. Место. Так сейчас оно есть. А бывают такие моменты, когда его нету. Мы на рейде уже полтора часа, и места есть. Они никуда не деваются. Друзья, ребят, стороны, я вас первый стороны. Раз вижу здесь. Ну, хорошо. Согласись. У нас здесь уже пятый рейд. Я вас вижу первый раз здесь. Угу. Первый раз именно в этом районе. Угу. И поэтому, поверьте мне, если... Ну, человек просто не смотрит, не знает. Ну, что нет, я знаю, что такое стоп-хам, поэтому я говорю, что на районе здесь вы первый раз. На районе здесь. Я здесь бываю каждый день. То, что вы не знаете, это не значит, что мы здесь первый раз, и вы нас не видите. Мне просто интересно, за что вы боретесь. За то, чтобы люди перестали ездить по тротуару. А вам польза от этого какая? Платить за наклейки, чтобы потом их клеить или что, я не понимаю. За то, чтобы я вот женщина я, спокойно я могла идти теряю. По тротуару, понимаете? Они ее не давили, ей согласен. Не сигналили. Согласен, так а надо копать глубже, кто это делает так, чтобы сюда в машину въезжать. Вы водители это делаете. Нет, это не водители делают. А кто это делает? Это делает правительство, которое дает возможность. Ох, как... Так вешайте здесь пешеходные зоны. Ой, аккуратней. Ребят, я уже все понял. Можно я? Не, мы вызвали полицию. Мы полицию вызвали. Замечательно, дайте мне уехать. Нет, мы полицию вызвали. Вы в курсе, что это тротуар? А? Что это тротуар? Берите автомобиль, пожалуйста. Как нам убрать машину? А мы вам поможем. Вот, вам места хватит. А, помогите, вот, пожалуйста. Давайте. Конечно. Не ставьте сюда больше, это все-таки место для пешеходов. Просто всегда стоят машины. Ну, все нарушают. Ну, что? И мы не нарушили. Мы нарушили, а, да? Да, на 3000 рублей. Блин. 3000. Я не убираю, я убираю машину. Вы можете поставить вдоль проезжей части, либо во дворах там. Смотри, вон перед этой машиной. Да, да. Просто вы приехали, все было занято, ничего вообще без смысла. Надо поискать. Вот мы сейчас поищем. Можете на другой стороне. Проспект Просвещения 33. Приезжайте. Там вот так вот вдоль дома по тротуару, а дом на остановку. Стоят машины. Вот и до. 33 мы же были, кажется. Не-не-не, мы на 78 были. Ну, приезжайте, 33, корпус 1, вдоль Просвещения, вот и до. Пройти хорошо. Невозможно. Спасибо, что сказали. Здравствуйте, здесь тротуар. А вам на проезжую часть нужно на автомобиле. А водитель, что машины стоят здесь. Нарушают, ждем ДПС, сейчас эвакуация будет. С краю проезжей части места вот есть, прям рядом. Что у тебя случилось? Гематомы. Гематомы? Да. Ну, серьезного нет, да? Да. Хорошо. А справку, ты, можно кое-что спросить? Конечно. Пожалуйста. Давайте на фоне скорой.
Спасибо. Ну, один водитель скрылся с ДТП, а другой вот на этой автомобиле. Ну, он наехал. Ну, он там, ребят, на той стороне. Да. А здесь порт. Вы по какой заявке? Или по всем сразу? Естественно, по всем сразу.